Себя люблю, когда чувак играет именно с драйвом, да, когда ты включаешь, и чел там буквально с первых нот, он там... Все свистит там. И от него прям вот этот напор идет именно экспрессия. А вот эти каких-то всех унылых жухликов, которые пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык. То есть это, ну, видимо, темперамент, да, то есть что ты сделаешь? То есть хочешь всего сказать, да очнись, бодрись ты, ёпта, чё ты там вот... Как Петруч тоже, да, помните, мы смотрели все видосы его, где он какие-то рифы играет, и это прям, ну, как бы стыдочно. То есть хочется как-то прям этот... Как это по-русски сказать? По-испански это эспабилята, ну, типа как взбодрись, да, что-то вот такое... Вот это вот все, да. So my brand, какой тут какой тут такой, да, типа там. А, у вас видео нет, сейчас, секунду. Как-то да, прям вот именно видно, что он струну эту вот так вот тормошит, да. Какой-то такой, короче, еле живой прям, какой-то сонный. So the first... Kevin Moore's house riff. Он как будто прям вежливо как-то играет, так вот, типа, там. Соответственно, чтобы реально прям там... Вот этого в нем прям нету. То, что есть у всяких там Бетенкуртов, Имплитерич и прочее. Он какой-то... И вот эту струну там. То есть мне это непонятно. Тем более, когда ты обложен таким аппаратом, у тебя там все бесконечные бони, махагони, как бы буги, хуюги и прочее. И вот это вот творить, как бы, не знаю, стыдно, короче. Но это, наверное, не переделаешь. То есть хочется подойти и сказать ему, прям, да выпей ты, ёпты, монстр, энергетик, Red Bull выпей, ну что ты делаешь? Вот, ты же, ну, как бы классный гитарист, там, с такие соляки пилишь, ну что ты творишь-то, блин? Ну проснись ты, давай, как бы проснись и пой, ёпты. То есть поэтому, в общем, печально.